20 января в Чебоксарах откроется Всероссийский форум «Дни самбо» в Приволжском федеральном округе. В его рамках пройдут дискуссионные площадки, мастер-классы, открытый урок физкультуры по обучению технике самообороны без оружия. В форуме примут участие гости из регионов Поволжья, руководители, общественные деятели, спортсмены и тренеры. В связи с проведением Всероссийского форума в Чебоксарах с 6 до 19 часов временно ограничат движение и стоянку автомобилей на площади Республики от дома номер 38 по улице Карла Маркса и по улице Ленинградская. Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети.